Здравствуйте, дорогие друзья моего видеоканала. Я вам сейчас покажу, как сохранить закладки Google Chrome. Заходим в браузер, переходим в правый верхний угол, настройки, закладки, диспетчер закладок. Вот эти вот закладки, которые у меня сохранены в браузере. Нажимаем управление, экспортировать закладки, файл HTML. Сохраняем куда вы хотите сохранить на компьютер. И подпишем закладки Chrome. Сохраняем. Все, закладки сохранены. Проверим. Заходим в мой компьютер. Диск D. Вот, закладки Chrome. Как их вернуть? Допустим, вы переустановили Windows и не можете восстановить сохраненные закладки. Заходим опять в настройки, закладки, диспетчер закладок, управление, импортировать закладки, файл HTML. Импортируем. И вот откуда, где была сохранена закладка. Вот закладки Chrome нажимаем и нажимаем открыть. Все. Закладки восстановились. Так что всем спасибо. Пока.